Черт, все так изменилось в 2018-м. Увидимся! Ладно, давайте сделаем все в духе Рождества и будущего. Ты хотел сказать в духе Нового года? Мы определим, кто будет смертью, благодаря старой доброй игре в рождественские подарки. Но Рождество уже прошло! В России еще нет. Вы что, не хотите еще больше подарков? Я возьму голубой, он подходит к моим трусам. Короче, я открываю свой. О, я получил еще один подарок. А что у меня во втором подарке? О, этот подарок еще меньше. А, еще меньше. И еще. Это как русская матрешка. Да. Они не заканчиваются. Маши, там кольцо с бриллиантом. О, мой бог. Какого черта? Когда они уже закончатся? Мы хотим посмотреть на подарок. Вы что, шутите? Они все не кончаются. Они продолжают открываться. В натуре. О, мой бог. Срань господня. Закончилось. Ты ничего не получил, Джигли. Может, мы уменьшим его, и он увидит, что там. Панда, ты получил новый кусочек одежды. Да, я заклею им сосок. Сосок? Да, только один. Но который из сосков? Левый или правый? О боже. Я смогу заклеить другой сосок в следующем году. Нажми на кнопку. Что это? Это обратный отсчет. Там падает штука, похожая на мое яйцо. Да! С Новым годом! Да! Воу, что случилось? Зря ты продал это место парню в хоккейной маске. Черт, я забыл заплатить за электричество. Погодите, там опять отчет. 3, 2. Что, еще один отчет? Что, почему обратный отчет исчез? Что такое, это конец видео? Я не знаю. Что-то мне страшно. Я включу фонарик. Теперь это не до франа страшная карта? Похоже на то. О, смотрите, в 2018-м панда наконец решил побриться. 2018-й, пора составить резюме и найти себе работу. Что ж, с Новым годом, парни. Да, с Новым годом. Вас нужно привести в форму, потому что вы растолстели, как михакер. Стоп, что? Какого черта? Что случилось с моим телом? Что с нами стало? А мой бах! Вы только посмотрите на мою задницу! Как я мог так быстро потолстеть? Это же просто невозможно! О, черт, парни, у меня одышка! Ну нафиг, может лучше пойдем в МакДак? Посмотрите на Марселла, его голова теперь пропорциональна с телом! А ну заткнись, ученок! Я хочу посмотреть на себя! Нифига, меня разнесло! Ты выглядишь как откормленная индейка на День Благодарения! Что со мной произошло? Посмотрите на мои сиськи! У меня здоровенные сиськи! Короче, вас нужно привести в форму, парни. Я и так в форме! Шар, это идеальная форма! О боже! Ладно. Я жирный! Куда ты пошел? Я не могу пройти тут! Ты слишком широкий, Делириус. Закройте дверь. На улице гроза. Какого черта случилось с нашей планетой? Закрой дверь. Что с планетой? Я съел весь мусорный контейнер, парни. И все, что в нем было, тоже. Ты съел свой дом. Я съел все, я все еще голоден. Я покажу вам, как стать супергероями. А, я стану прям как Крис Фарли. В смысле, ты умрешь? Нет, я стану как ниндзя из фильма «Ниндзя из Беверли-Хиллз». Ну ладно. Делириус, сколько ты весишь? Я вешу 250... Да, я похудел! Он похудел! Итак, Энтони, ты готов к снижению бюджета? Мы должны уменьшить графоуни наших моделек. Вот именно. Я не знаю, куда еще хуже. Меньше рекламы, меньше пикселей. Да! О, да! Посмотрите на Энтони! Мы как будто из пластилина! У Энтони глаза, налитые кровью! А у тебя губы, как у Гомера Симпсона! Так это и есть твой комп? Да, это мой игровой компьютер. Вау, Windows XP! Да, вот именно! Мы же урезали бюджет! Это все, что нужно для G-мода! Вот почему я постоянно лагаю, Evan же хост! Вы же помните, у нас урезанный бюджет! Я думал, у тебя Dell Inspiron, это вообще компьютер с 98 года! Он украл его из местной библиотеки! Здесь я сплю. Ну и хаваю я тоже здесь. Это похоже на мою спальню. Спальня-столовая. А здесь... Что там? О, черт! Это моя... Это гостиная, где я сижу на диване и смотрю на мою печь. Ну все, парни, это все. А что там наверху?
Ничего, а здесь он фапает. Добро пожаловать в мою главную комнату. Он следит за соседями и фапает. В натуре, на соседку, которая сидит на этом стуле. Да, точняк. Каждый день в 4 часа этот маленький филин наяривает у себя дома. Обожаю живую природу. Хотите выпить? Да, пожалуйста. Окей. У нас тут остался этот китайский коктейль. А сколько лет уже этой китайской еде? Примерно 3 месяца. Ну а если вам не понравится, у нас есть отличный ликер в ботинке. Ты только что снял его с ноги? Нет, ты что, я же не ношу обувь. А этот арбуз, можно мне его? Видимо, нет. Ты кинул его в меня? Я отойду на кухню и приготовлю что-нибудь. Я заглянул в окошко, и ты просто трясешь холодильник. Отдай мне еду! Отдай ее мне! Ладно, у меня есть вот это. О, спасибо. Да не за что, это... Ведро с дерьмом? Вообще-то это мое лучшее... Говнище. Я хотел подобрать более приятное слово. Хот-дог, хот-дог, я вижу хот-дог! Куда он делся? Эй! Эй, эй, слушай! Хот-дог где-то в туалете! Никаких хот-догов, помните, мы на диете! Я нашел его, хот-дог! Он в качалке, хот-дог в качалке! Нет, это мыло, но оно похоже на хот-дог! Оно похоже на хот-дог! Вот как Делириус тренируется, он бегает за хот-догами по спортзалу! Эй, дай нам знак, где вы есть, Делириус? Хот-дог! Я вижу его! Мыло! Это не хот-дог! Это мыло! Отличный выстрел! Если есть мыло, тогда точно сбросишь вес! Кто выиграет Дефран, тот пойдет со мной на свидание! Окей, ладно, погнали! О, надо же, я проиграл! Как вы видите, у нас на полках ничего нет! Но сегодня вы приобретете одну самую важную вещь! Вашу судьбу! Да, вот именно! Победители этого Дефрана получат хороший отсос, а проигравшие... Проигравшие умрут! Итак! Энтони, какой должна быть твоя вторая половинка? Какой она должна быть? Давайте подумаем. Во-первых, у нее должен быть пульс. Мы, бомжи, не особо придирчивые люди. Мы бы, конечно, могли создать свой сайт для знакомств бомжи.com, но ни у кого из нас нет интернета. Знакомство для бомжей.com? Да, но на этот сайт никто не заходит. Погоди, вы там знакомитесь, чтобы встречаться или чтобы вместе искать еду? Мне кажется, и то, и другое. Нет, это разные сайты. Сайты на все случаи жизни. Интересно, есть ли реально такой сайт? Я уже ищу в телефоне. Это как помойный тиндер, мы же живем в мусорках. Зайду-ка я в режим инкогнито, ну так, на всякий случай. Поищи оба сайта. Знакомство для бездомных людей. О мой бог, знакомство для бездомных людей.com. Эх, такого не существует. Но наверняка его создадут после этого видоса. Ладно, теперь поиск еды для бомжей. Нет, такого тоже не существует. Вот вам, кстати, идея для бизнес-стартапа. Вот именно, продавайте биткоины, пора вкладываться в настоящее будущее. Поиск еды для бомжей.com. Тебя не видно из-за этого стола. О чем ты? Я вас прекрасно вижу. Видно только шапочку. И я застрял. Ну ладно. Что за хрень? Что, не можешь там пройти, Тайлер? Черт! Это все считается! У тебя больше нет жизни до конца видео! Да пошли вы, киски! Но вот это считается! Это было просто идеально! А мой бог! Это был просто отстой! Кажется, у нас есть победитель! Да, я победитель! Что ж, как вы помните, главный приз за это соревнование — это... Я! Ну что, ты готов к отсосу? Ах, блин! Нет, спасибо! Посмотрите на него! Чёрт, да он готов к сексу! Так держать! Я так давно не видел кровати, не могу удержаться! Посмотрите! Я хотел посмотреть, как он полетит!
Эй, детка! Посмотрите на него, посмотрите! Что, нравится? Я закрепил его голову на одном месте! Да, как тебе эта девочка? Да, ты такая грязная, я тоже грязный! Я грязный в прямом смысле этого слова! Это просто идеально! Срань господня! Эй, чего он хочет? Ну, я даже не знаю! Это поза ножницы! Господи Иисусе! Если какой-нибудь взрослый человек спросит меня в реальной жизни, чем я занимаюсь, я покажу ему это видео. Получай, сучка! Я отшлепаю тебя! Кто себя плохо вел? Положи меня на живот, по-нормальному! Давай пониже! Ага! А, да! Ах, черт! Стой, стой, стой! Где он? Он был там, серьезно? Он не выбежал? Нет, он не выбегал, он не выбегал. Значит, он все еще где-то внутри. А, вот он! Держи его! Он палка? Гаси его! Он долбанная палка, я его еще не видел! Он бочка, этой бочки не было тут раньше. Это не лучшая идея, стрелять по этим бочкам! Нет! А, нет! Ты серьезно? Ладно, я пошутил, его там не было. Его там не было. Его там не было? Я все это сделал, чтобы ты взорвал себя. Погоди, его реально там не было? Да, его там не было. А ну-ка погоди, ну-ка погоди. А ну-ка погоди! Чего тебе надо? Он капуста! Он капуста! Он капуста! Нет тут капусты! Ладно, у меня есть предложение, закрой дверь. Давайте договоримся, окей? О чем? Я буду прятаться за одной из дверок. О, да, это мне нравится. Если вы не найдете меня, то вы меня отпускаете. Окей, Делириус, Делириус, иди сюда, иди сюда. Эники, Бенники, Ели, Ома. Вот, блин. С первой же попытки. Он такой, вот, блин. Иди сюда, я не буду стрелять в тебя. Я хочу показать тебе один трюк. Окей, что тебе нужно? Слушай, ты хочешь научиться летать? Да. Все, что тебе нужно, это подойти сюда. Встань перед этим бревном. А теперь попробуй его толкнуть. Попробуй его толкнуть как можно сильнее. Как можно сильнее. А вот и наш ужин, парни. Терминатор даже в хоккей играет с дробовиком. Я хочу попасть в клуб Mighty Ducks. О нет, шайба улетела за забор! Это была наша единственная шайба! Ну все, Олимпиада закончена, парни! Расходимся, Олимпиада закончена! Да! А мой бог, покажи мне, как дебать! А, да! О боже, я не хочу вас искать, парни! Да, я тоже не хочу их искать! Посмотри на эти движения, это диско-движение! Как тебе такое, а? А, учата, посмотри на эту попку! А, да! А, божечки! Пофиг, пусть выигрывают этот раунд! Итак, народ! Добро пожаловать на официальную зимнюю олимпиаду Веноса 2018 года! Вы готовы? Тут никого нет! О чем это вы? Здесь только мы. О чем это вы? У нас есть все, кто нам нужен. У нас есть все самые важные страны. У нас тут страна кроликов. А вы откуда, сэр? Из страны бомжей. Моя страна там, где я сейчас. Она меняется каждый день. А ты? А я с планеты Объединенных Сил Тьмы. И Канада. Да. Итак, чтобы определить, кто будет смертью на сегодняшней Олимпиаде, мы сыграем в игру «Музыкальные стулья». Я ждал этого всю жизнь! Да, все правильно, это первое соревнование зимней Олимпиады. Долбанные музыкальные стулья.
Погоди, панда, что с твоей формой? А, ну это, мы пытались добиться лучшей аэродинамики для этой Олимпиады. Ясно. А ты думал, у меня просто нет формы? А у кролика, видимо, другая стратегия. Что? Посмотри на его тучное тело. О чем ты? Я много тренировался, я готов к этой Олимпиаде. Вот так. А май бах! У него самая ужасная аэродинамика из всех нас. Мы все напились пива. Говоришь, тренировался, кролик? Да, я тренировался. 4 года ради вот этого? Нет, это вы сделали это со мной. У него теперь не ушки, а жирнушки. А май бах! Добро пожаловать на эту олимпийскую карту. Только самые важные люди получили свой флаг на стене, да? Какого хрена? А где ты был весь первый раунд? Где ты был? Я выбивал дерьмо из создателя этой карты, который не повесил мой флаг на стену. Может, если бы ты пришел вовремя? Нет, ты смотри, Брок, Валкет, Скотти, Марсел, где они? Где они? Они все были здесь, но они ушли. Где они? Они ушли. Они не уходили, а я зашел, моего флага нет. Я был в будущем, и я вернулся. А мне даже не повесили флаг на стену. Вы серьезно? Ладно, я буду смертью, я убью вас всех, особенно тебя. Ты сделал ее. Понятно? Ты сделал эту карту. Говоришь, ты был в будущем, так что ты там видел? Вы все умрете от ожирения, понятно вам? Окей. Поменьше налегай на пасхальные яйца. Вообще-то это его мех, он не жирный. Окей. Но все равно лучше не налегай на пасхальные яйца. Брайан, ты видел эту штуку под тобой? Посмотри, что нарисовано на стене. Что там? Посмотри. Эй, Оум, ты реально думаешь, что я такой тупой? Отвечаю, чувак, тебе нужно посмотреть на это. Я не хочу тратить на это свое время. Поверь, тебе стоит. А вот и нет. Ну ладно, как хочешь. Тебе же не понравилось, что твоего флага нет на стене, а тут эта штука нарисована. Это сработало! Это сработало! Он обдурил тебя. Это был просто банан, сучка. Мне понравилась эта ловушка, я просто стоял в стороне. Ау, господи! Эй, чё как, чувак? Да, чувак, кажется, с тобой что-то не так. А, смотрите, он что, пьяный? Ага. Чувак, что это тут такое? Это что, оранжевые конфетки? Ты что, охранник? А вы что, хотите попасть в это здание? Ну ладно. Сэр, вы можете пройти по прямой линии? Да, можно нам зайти в здание, которое ты охраняешь? Конечно, можете, парни, только дайте мне $5 чаевых, ну или типа... Пойдемте со мной в тот переулок и покажите, на что вы способны. Погодите-ка, я понял, это Хогвартс, а ты сова, которая принесла мне письма. Где она? Где мое письмо? А кто ты такой? Что ты делаешь в Хогвартсе? Вообще-то я самый настоящий волшебник. Да, докажи, докажи это. Ты когда-нибудь видел, чтобы из мужского члена текла вода? Продолжай. Да он магистр магии. Погоди, не убивай Энтони, давай объясним, как играть Лиджину. Ладно, это официальная инструкция по пропханту. Давай, начинай, Ногла. Итак, это проб. Энтони стал пропом, и в этой игре нужно стрелять в них. Это было очень плохое объяснение. О чем это ты? Ты не сказал, что нужно делать ему. Представляю, если б Ногла был тренером по боксу. Сука! А в пропханте можно танцевать? Нет, нельзя. А, пофиг! О, да! Так держать, панда, так держать! Это бездомный рейв! А ну-ка, погодите-ка! Я нашел одного из них! Они внутри той комнаты? Да, один из них тут! Как ты так мажешь? Как ты так мажешь? Ты же стреляешь мимо. Нет, а чем ты? Что не так с этой бочкой? Он просто стреляет в пол. Какого хрена? Нет, я стреляю в бочку. Какого черта? Какого хрена? Кажется, он выпил слишком много виски, парни. Ох, черт. За ту бочку у меня не отнималось ХП. О, мой бог. Умри уже, мудила. Панда. Ау, это был он? Что? Что? Ты реально стрелял в пол. Марсел, спустись вниз к панде. Нет, я стрелял в бочку. День Святого Патрика зашел слишком далеко для Делириуса. Закрой его, да, вот так. Теперь он там в ловушке. Тебе не выбраться, сучка. Нет, он внизу, панда. Я прямо над тобой.
Панда, он внизу, он под одной из бочек. Под одной из бочек? Да, он под одной из бочек. Сделай это, Марсел. О чем это ты? Оу, Энтони, у тебя есть граната? А, май бах! Не может быть. Ох, Энтони. Лиджин, ты это видел? Ты это видел? Да. Классная песня. О, я рок-король! Да, да. Ах, Чарт! Твою ж за ногу! Покажи нам свое фирменное соло. Ладно, сейчас играю. Он просто хреначит гитару об пол. Он настоящая рок-звезда. Он рок-звезда, парни, один из величайших. Погоди, я хочу присоединиться. Итак, поприветствуем на сцене Роберт Плант. Какого хрена? Панда! Кто-нибудь, превратитесь в ударную установку. Да, я уже. Ты меня видишь, Марсел? Нет, у меня все черное. Я знаю, что у тебя все черное, но ты не ответил на мой вопрос. Что? Ах, блин, я обязательно вставлю это в видео. Парни, вы уже приехали? Да, мы уже здесь. Выходи, выходи из дома. Подойдите со стороны запасной двери. Я отдыхаю в своей гостиной. Вот он, парни, я нашел его. Что за... Добро пожаловать на вечеринку, джентльмены. А, так это твой дом, окей. Ты живешь по соседству с этим чуваком, окей. Да, да, да. Панда, у тебя тут столько места, посмотрите. Да тут вообще нет места. Как вам мой диванчик? Это рай для енотов. Это же мешки с твоим дерьмом, не так ли? Да, у меня нет канализации. Какого черта ты вытащил его из мусорки каким-то футуристичным оружием? Сорян, просто делириус из будущего. Кажется, я немного перебрал с пивом. Да, помоги ему встать. Оу, нет, он упал. Да, он упал. Хотите посмотреть телек? Видите то окно рядом с Филином? Вы можете встать на те мусорные контейнеры и смотреть в него. Вы получаете кабельное телевидение абсолютно бесплатно. Да ты живешь по полной. Ладно, мы пришли отметить День Святого Патрика. У тебя есть только пиво? Как насчет виски? Пива я уже достаточно напился. Ох, блин, я выпил за раз примерно 13 бутылок. А, май бах, я резко опьянел. Хватит хлестать его. Мы же потом не сможем ходить. Вы выжрали мое пиво. Ах, блин. А, чёрт. Это тебя за мое пиво. Твою ж мать, ну вас нахрен, я пошел. Джигли превратился в акулу. Какого чёрта ты делаешь? Он почувствовал себя акулой. Вот как плавают все пьяные люди. У него ноги торчат из воды. Вода медленно окрашивается в желтый и красный из-за мочи и крови, которые испускает его тело. А можно мне сюда пивка? О, да! Да, вот это вечеринка! Это глинское светлое, обожаю! Вот так мы отмечаем День Святого Патрика. Спасибо, Ирландия! Ладно, давайте убираться отсюда, пока не пришел хозяин этого бассейна и не надрал нам зад. Да, это хорошая идея. Валим, валим. Посмотрите на панду. Он надел праздничные трусы. А, майбах! Вообще-то это просто плесень, но она вылезла очень кстати. Я реально не хочу умереть в этой ловушке. Да ладно, давайте, парни! Водичка теплая. Парни, давайте, смелее, это простой бассейн. Ага, я видел, как он его наполнял. Что ты делаешь? Да, что ты делаешь? Я просто утоляю жажду. О, да. Получай! У тебя убийственная сака. Детишки, вот почему нельзя пить на вечеринках. Какого хрена? Откуда она взялась? Ты же уже использовал ее. Я думал, что она больше не сработает. Так это считается, если использовать ловушку дважды? Нет, давай проверим. Погоди, ты можешь продолжать использовать ее? Ага, я не знаю. Но можно попробовать. Ах ты мудила. Что здесь произошло? Я сын пасхального кролика. Стоп, что?
Вы убили моего отца! Почему ты говоришь как призрак? Да, почему ты призрак? Потому что мой отец убил меня! Смотрите, какой я сильный! Ты разрушил всю атмосферу, Делириус! Ай, я не хотел! Погодите, погодите, я видел кое-что! Нет, погоди, погоди! Эй, стой! Я нашел его, он тут! А вот и мой сын! Это реально его сын! Это маленький кролик! Я призрак! Меня не убить! Ты воруешь наши яйца! Привет, маленький кролик! Если я отведу вас к остальным яйцам, вы меня отпустите? Нет! Что это за хрень? Что ты там нашел? Что? Я нашел налоги Дональда Трампа! О, нет! Он прятал их в Гаррис Моде! Все это время! Тут никого нет? Не знаю, может кто-нибудь из них это растение? Нет. А может кто-нибудь... Привет. О, черт! Блин! Эй, чувак, чё как? Я катаюсь на такси. Да, мы катаемся на такси. Чувак, а что если устроить перестрелку в этом такси? Нет, нет, не нужно этого делать. Сукины дети! Я не мог двигаться из-за вас. Делириус, куда ты будешь прыгать? В падающей башне! О, да? Я хочу приземлиться на то синее здание. О, черт, туда уже кто-то падает. Пофиг, я его разнесу. Давай, давай. Черт, у него шотган. Помогите, воскресите меня. Ты че, ты же играешь в соло. В натуре? Вау, я умер. Черт! Не хочу больше в это играть. Ну что, где будем прыгать, парни? Где будем прыгать? Где приземлимся? Игру обновили, карта изменилась. У нас выбор между падающими башнями и падающими башнями. Давайте прямо вниз, пошли, пошли, пошли. Да, давайте прыгаем. Да, мы сделали это, ништяк. Хватайте пушки, хватайте пушки. Точняк, я только приземлился, у меня минус 10 хп. У меня минус 10 хп. А я, пожалуй, спрячусь, как я всегда это делаю. Ништяк, зона у меня. У меня мало патронов. Ну так найди еще. Кто меня пристрелил? Это Му тебя пристрелил. В меня стреляют сразу двое, в меня стреляют сразу двое. Добро пожаловать в Fortnite. Меня обложили. Я не вижу ни одной построенной стены. Вы просто нубососы, парни. Кто шманул мне в спину? Никто не стрелял тебе в спину, он шмальнул сбоку. Где он есть? Я его не вижу. Черт, он был за окном. Ты достал его? У меня на экране эта дверь закрыта. Она и так закрыта, она у всех закрыта. Ах ты мелкий хитрожопый засранец, Брок. Твою ж за ногу, через эту дверь можно проходить насквозь. Му нашел первый глич в Фортнайте. Ну нафиг это дерьмо! Когда ты сказал, что в тебя стреляют кто-то сзади, это я стрелял через эту маленькую щелочку. Вот здесь. Ты мелкий сучонок, Брок. Парни! Что? Что такое? Посмотрите на это чудо! Ты про того чувака, который стоит на заднем фоне? Не, забейте на него! 10 минут контента, понимаете, что это значит? Что еще секунды, и мы сможем вставить рекламу в середину ролика? Вот же ж продажные черти, вам лишь бы рекламу вставить. Ну да. О, смотрите, посмотрите на это. Что такое? Вставьте VHS. И что это значит? Что такое VHS? VHS? Вряд ли те, кто смотрит наши ролики, знают, что такое VHS. Они пошли гуглить прямо сейчас, что такое VHS? Это вон та загадочная штука. Да, на которую уставился тот жуткий тип. То, что было до Ютуба. Ты знаешь, что делать. Попробуй разбить стекло и добраться до нее. О, черт. Теперь мы не сможем получить контент. Что мы наделали? Нет, он нужен нам. Один неверный шаг, и он потеряет ключ. Да, только не урони ключ. Я защищу его даже ценой своей жизни. Какой ценой? Нет, не надо. Не надо, Брайан, помогите! Брайан, нам нужен этот ключ. Нет, Джигли! Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ключ здесь, все окей. Я достал его, я герой. Герой, говоришь? Теперь я герой. Ну уж нет, пошел ты, кролик. Пожалуй, я не буду трогать этот ключ, ну его нафиг. Да уж, это точно, я не герой. Да, нафиг это дерьмо. Террорайзер, ты же из будущего, так ведь? Скажи нам, в какую дверь мы должны пойти? Голосом, пожалуйста. Вот как его компьютер думает. Давай быстрее! Компьютеры в будущем такие медленные! Ты вычисляешь или фапаешь? Вам в правую дверь! Вам нужно в правую дверь!
Так говорят мне голоса в моей голове. Мой любимый цвет — это 7. О, черт, он был прав. Погодите, погодите, я хочу узнать, что за другой дверью. Что если они обе ведут сюда? Он был прав! Он был прав! Он был прав! Ладно, он реально из будущего. И я умер из-за вашего недоверия. Это классика, классика. Это было офигенно. Добро пожаловать. Ох, боже. Ладно, неважно. Давайте, проходите. Я знал, я так и знал, я так и знал. И почему я не удивлен? Чертов кусок совиного дерьма! Ты из будущего, ты должен был знать, что случилось с твоим безымянным пальцем. С каким пальцем? С безымянным. Да, это точно, он выглядит не очень, чувак. О боже, он как будто перекручен. Ну, дамочкам нравится. Я называю его дамской дрелью. Техасская резня дамской дрелью. Вот оно! Это момент. Это момент, которого мы все ждали. Вау, как ты узнал, что я хочу сказать? Не знаю, но выглядело так, как будто мы обговариваем сценарий перед записью. Вы готовы? Я думаю, да. Ладно, погнали. И 3, 2, 1. Мы вставим эту кассету прямо... После рекламы. Час. Окей. Оу, зеленый экран. Какого черта? Оу, там написано «Подписывайтесь на Михакера». О, вау, только почему-то это перечеркнуто. Интересно, почему? Нет, там видео, где я показываю факи. Потому что автор этой карты — самый дерьмовый автор, которого я знаю. О, да, в натуре. Короче, я сваливаю, пока. И как я это нарисую? Я специально сниму видео и отправлю вам всем, без проблем, без проблем. Да, это было бы круто. Без проблем. Дайте-ка угадаю, это очередная карта, где вы сделали какой-нибудь прикол про меня? Где он, здесь, в бассейне? В бассейне? Ну да, ты угадал. О, вау, посмотрите, что тут в бассейне. Подушка Ведоса, подушка Дайт Хиденоглы, Муснакл, Делириус, Вайлкет. Твоя подушка тоже тут есть, чувак, посмотри, посмотри сюда. Моя подушка? А, ну да, посмотрите на нее. Просто великолепно. Панда на нее нагадил. Там следы от моих говняных рук. Этот бомжара дочевал на ней и заговнял ее своими грязными руками. Я использовал ее как туалетную бумагу. Ну вообще-то мы сделали для тебя целый остров. Да, посмотри. Посмотри сюда, Брайан, и хватит жаловаться. Добро пожаловать на остров Коби Брайанта. И теперь меня засудят. Ладно, добро пожаловать на мой остров, окей? Я потратил на него все деньги, которые я заработал на Ютубе. Ты купил кучу песка посреди гребаного ничего. Так держать. Просто отличное вложение. На него была хорошая скидка. И ты поместил лого Коби на гигантскую электрическую зубную щетку. Да, я потратил на это все свои деньги. Хорошо, что Ведос подогнал сюда свою яхту. Теперь это место станет популярным. А что делает та кнопка? О, понятно. Нет! Нет! Перезагрузи карту! Перезагрузи карту! Перезагрузи карту! Перезагрузи гребаную мать его карту! Нет, я же потратил на это все свои деньги! Все свои деньги! А, ладно, бон вояж. То чувство, когда ты знал, что так и будет. Я потратил 225 баксов на этот остров. Кажется, мы нашли Дори. Дори? Эй, мы нашли Дори. Она уже сдохла, да. Может, скормим ее акуле? Да, 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 давайте, скормите ее акуле. Я несу ее. Давайте скормим ее акуле. Вот так, вот так. Она промахнулась, она не съела рыбу.